Ну, вот, следующая песня у нас называется «Экипаж». Это премьера песни. Она в Ютубе уже, на Фейсбуке я ее выкладывал. Вот. В зале она звучит впервые. Получилась она, значит, идея этой песни возникла в апреле этого года, когда на мой концерт пришел весь мой экипаж, с которым мы летали на Ту-154. Теперь уже они все капитаны. На тот момент Костя Мелехов был бортинженер, был пилотом на Боинге. Но вот 3 числа он выполнил первый самостоятельный полет в качестве капитана Боинга. И теперь все капитаны, да, то есть Борис Передеренко, второй пилот, теперь капитан Аэробаса 320-го, штурман Эдуард Волшин, капитан Аэробаса 320-го, Костя Мелехов, капитан Боинга 737, и Вадим Захаров, капитан на пенсии. То есть я всех вывел в люди, как мне жена сказала. Вот. Ну а самолет Ту-154 я там тоже написал в комментариях. Очень красивый самолет, который у меня просто не было на других типах, никогда летал пассажиром. У меня не было такого ощущения, что когда ты не понимаешь, самолет еще летит или уже бежит по полосе, то есть до того момента, пока он не пустил ногу. Но это, конечно, зависит от качества полосы. Вот в Нижневартовске такая была посадка, в Сеуле. На других типах бывают очень мягкие посадки тоже, но вот этот вот маленький тюк, он все равно есть. Она вот очень мягкая, но ты понял, что он коснулся. На Ту-154 были посадки, когда вот этого тюка не было. Я не ставлю это себе в заслугу, этот самолет такой хороший. Вот. Ну и получилось так, что для того, чтобы эту песню выложить на Фейсбуке, мне пришлось сделать нарезку из фильма, который вот, второй пилот тогда, Борис Передеренко, снял, как мы в Ганновере летали, потому что на Фейсбуке там аудиофайлы не выкладываются, только видео. Вот. Ну и получился такой вот он, клип, не клип. Да получилось. Просто смотрю, все я сказал, ничего не забыл. Если забыл, потом скажу. Наш самолет коснулся полосы. Кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег и остановленные часы. Мы удовлетворенно улыбнулись. Полет окончен, можно отдыхать. И гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Пусть это все давно уже прошло. Я представляю часто и поныне. На эшелоне солнце бьет в стекло. И вчетвером мы вновь в одной кабине. И нам сейчас название экипаж. И мы сейчас как организм единый. И тот, который видимый пейзаж, увидеть можно только из кабины. И тот, который видимый пейзаж, увидеть можно только из кабины. Тамара принесет нам кофейку. И штурман вновь достанет сигареты. Владивосток нас ждет или Баку.
А может быть Ганновер с эстафетой. И хорошо мне просто от того, что я в кабине, в экипаже, в форме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме. И жалко мне немного пацанов, что на глаз кокпит сразу попадают. Конечно, там работа, будь здоров, но несомненно что-то пропадает. На Боингах зарплата хороша, и сетовать неловко как-то даже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Наш самолет коснулся полосы. Кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег остановлены часы. Мы удовлетворенно улыбнулись. Пробег, полет окончен, можно отдыхать. И гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Кстати, вот, да, не все сказал в комментариях. Вот эта фраза, вернее, строчка «Тамара принесет нам кофейку». Знаете откуда, да? Да, из кинофильма «Экипаж» еще 79-го года. И там такая забавная ситуация, когда экипаж на тренажере. Ну, сначала непонятно, что это на тренажере. Там они отрабатывают там пожар какой-то, в общем, все напряжены такие. Потом показывают, стюардесса заходит такая: «Командир, что делать, что делать?» А вот таким жёном играл командир. «Что делать? А принеси-ка ты нам, Тамара, кофейку». Вот. Ну, тренажер мы никогда с роду не ходили с бортпроводниками. Даже сейчас, по-моему, да? Вот. Ну вот, а фраза стала такой крылатой, да? Поэтому «Тамара принесет нам кофейку». Мы приглашали тогда девочек, и нередко, вот, когда мы работали, чтобы кофейку или чайку. Независимо от того, как их звали, принеси-ка ты нам, Тамара, кофейку. Вот. Ну и о душе, которая жила в экипаже, да, мы на самом деле и день рождения вместе отмечали, и на рыбалку ездили там с ночевкой, с палаткой, и много у нас было интересного в нашем четырехчленном экипаже.